Пока вы смотрите, как я делаю новогоднюю роспись вот этого зеркала для гардероба в клубе 16 тонн, я расскажу, что нужно, чтобы сделать подобную роспись. Роспись несложная, но требует точного глазомера и натренированной руки. Зато результат выглядит очень эффектно. Для росписи зеркала нужны средства для очистки стекла, чтобы обезжирить стекло перед росписью, бумажные салфетки, чтобы снять остатки средства для очистки, перчатка на рисующую руку, чтобы не оставить на стекле жирные следы. Малярный скотч для круглых форм, обычно он желтый с сжатой гармошкой. Акриловая краска подходящей консистенции, я делаю густое молоко. Синтетическая кисть, круглая или плоская, размера от 6 до 10. Деревянная линейка, чтобы подкладывать ее под руку и чтобы не смазать свежую роспись. Если что-то вызывает вопросы, задавайте их в комментариях. Примеры моей росписи стекла можно посмотреть в Инстаграме, ссылка ниже в описании видео. Подписывайтесь и развлекайтесь.